Рассказывайте детям о делах, не запирайтесь напрочь только в дело. Пусть пуповиную судьба к судьбе срастается, как будто тело в тело. Рассказывайте детям о дедах, что спят уже давно в холмах родимых. Рассказывайте детям о делах и о фамилиях неистребимых. Рассказывайте, тратьтесь на рассказ, считайте это дело очень важным. А то потом, когда не будет нас, они в беспамятстве умрут от жажды.